Добрый день, дорогие подписчики! Сегодня у нас в обзоре самянк говяжий бифлауэр в стакане. Вскрываем. Обычная лапша для запарки. Еще такая есть куриная. Вот, сразу высыпаны все ингредиенты. И суповая основа, как бы. Высыпаем штучку нашу эту. И заливаем. Ждем 5 минут. И будем дегустировать. Льем до отметки. Вверху она есть. Так что, ребята, вот такие дела. Так, ребята, запарился наш самянк говяжий. Ай, пахнет-то как. Ну, вкусно. Пробуем. Ну, что могу сказать. Обычный говяжий дошер, да? Ну-ка. Блядь, не пойму, что с голосом. Бухал вчера. Ах, подсадил, походу. Вот, своих денег стоит. Нормальный качественный продукт, не химоза. Не острый, что самое главное. Стоит он, кстати, недорого. Такой же есть куриный, тоже кайфовый. Специально для любителей неострой пищи. Можете смело покупать. Я качество гарантирую. Ну все, ребята, в принципе, весь обзор. Так что не забывайте донатить папки по железному рублю. Подписываться на мой канал. До скорых встреч!